Итак, всем привет, с вами опять Руслан. И сегодня у нас четвертая серия обзоров модов. На заднем фоне вы видите наш старый мод про конвейеры. В третьей серии. А вот прямо передо мной вы сейчас видите новый мод. Точнее, вы видите два мода, но как мы видим не моды, а два сундука и одна дырка с водой. Но это не значит, что сегодня у нас не мод, а что-то другое. Это мод. Ладно, сегодня я вам покажу два мода. Потому что один из модов короткий. Вот этот вот уже подлиннее немножко. Этот короче. Окей, давайте проверим первый мод. В этом моде, этот мод нам добавляет двери всякие. Давайте посмотрим. Первая дверь у нас работает вот так вот. В общем, мы на нее нажимаем правой кнопкой мышки и... У нас вылезает такое кодовое окно. В этом кодовом окне мы можем написать код 17542, например. Окей. Все, дверь открылась. Дверь запомнила этот код. Теперь, когда мы опять захотим ее открыть, то мы должны написать тот же код. 17542. Окей. И дверь открывается, мы можем спокойно пройти. Также и с другой стороны. Вот даже нету кодового замка, может подумать, обычная железная дверь. Но нам надо написать код, чтобы пройти. Вот так вот. Ладно, следующий мод. Ой, не мод, а следующая дверь. У нас называется K-Lock and Door. В общем, когда мы нажимаем правой кнопкой мышки, нам выдается какие-то надписи. Чтобы открыть эту дверь, нам понадобится вот такой вот ключик, который у нас крафтится вот так вот. И этим ключиком мы должны назвать этот ключ, например, дверь лол. Окей. Мы нажимаем правой кнопкой мышки по этой двери, и мы можем спокойно пройти. Ну и при выходе то же самое. При выходе, с другой стороны, у нас такая же текстурка. Но если мы не этим ключом написать, нам будет написано, что нам надо ключ, чтобы открыть эту дверь. Мы его берем, и все. Ключ с другим именем не будет работать на этой двери. Давайте выкинем его в эту мусорку, хотя это не для этого. Ладно, вот первый очень короткий мод достаточно. А вот второй мод... Мы будем смотреть в креативе, потому что для выживания он довольно сложный. Этот мод называется про бактерию, в общем. Бактерию мод, кстати, как называется вот этот мод. Я не знаю. Ну ладно. Потом, может быть, найдете. В общем, этот мод у нас добавляет вот такую вот красную бактерию, зеленую, муст, вот такой вот блок, вот такое вот зелье новое и бактериум джампер. Итак, давайте уберем двери, чтобы они нам не мешали. В общем, вот как раз для этого мода нам и понадобится вот эта вот большая вода. Ключ нам тут не нужен. Вот мы его уберем, выкинем. Итак, давайте сначала расскажу вам о обычных этих бактериях. И зелье возьмем. Тут возьмем еще. И, конечно же, факел. Которую мы будем активировать. Итак, этот мод про бактерии достаточно немножко читерский. Например, вот эта бактерия убирает эти блоки. Например, ставим землю наверх. И вот, смотрите, вокруг... Нет, лучше не землю. Лучше давайте сделаем какую-нибудь маленькую территорию с камнем. Вот, территория с камнем. Вот, вот это будет территория с камнем. И вот здесь вот еще. Давайте я ее сделаю. Итак, приносила нашу маленькую территорию с камнем. Вот, она тут маленькая. Ой. Только вот тут я немножко не то сделала. И она двойная. Ладно, в общем, берем камень, ставим на эту фиолетовую бактерию и активируем ее. Она быстро сползается и убирает камень. Очень необычно. Камень быстро исчезает, но он нам при этом не выпадает. Также бактерии можно добыть, пока они тут развиваются.
но они быстро исчезают, так что будьте побыстрее. А следующая бактерия очень полезная, это красная бактерия. А если вы пользуетесь этой бактерией именно, или же вообще этими бактериями, не забудьте, что эти бактерии могут не закончиться, а чтобы они закончились, их остановить. Чтобы они остановились, нам понадобится... Ой, я же даже не показал, что мы... Ну, давайте землю, потому что земли целая куча. Вот, ребят. Мы берем... давайте я вообще вам покажу вкрат всего вот это вот, что есть в этом море. Хотя сначала про это. В общем, вот так вот крафтится то, о чем я пока рассказал. Вот эта вот штучка. Ой, вот она. Она, короче, из вот таких вот банчев бактерий. О них я вам потом расскажу. И красный факель. Ой, и красный факель. Итак, в общем, ставим. И, ай-яй-яй, она сейчас весь мир убирает. Мы ставим этот блок. Он берет. И просто останавливает все бактерии. Когда бактерия до нее дотрагивается, она вся исчезает полностью. Вот. Почему-то они не хотят убираться. А, они лаганули. Окей. Я надеюсь, у меня Майнкрафт не вылетит сейчас. По-моему, они действительно просто-напросто лаганули. Что, они сломались, что ли? Бактерии, почему вы сломались? А, все, они исчезли. Так, блок можно убрать. А вот и крафт нашего блока. Вот эти бактерии. И все остальное вам понятно. Теперь красная бактерия, очень полезная. Эта бактерия может добавлять блоки. Например, пусть она добавляет стекло. Или же даже алмазные блоки она может добавлять. Коренную породу, к сожалению, нет. Разработчики в этом моде умные. Вот. А нет, может добавлять все-таки, я не знал. Но не может ломать. Видите, она просто-напросто расползается и добавляет коренную породу. Ну давайте лучше все это остановим. Ну или же бедрок. Я называю бедрок коренной породой. И все, она по идее должна исчезнуть. Вот, она исчезла, и весь мир у нас, ну не весь мир, а большая часть у нас в бедрок или же коренной породе, как вам больше нравится. И что ж, а теперь давайте проверим на стекле. Давайте уже куда-нибудь отлетим. Ой, нам надо же, чтобы наши сундуки не задело же. О, господи, давайте сюда отлетим. И пусть она добавляет стекло. Стекло никогда не помешает. Мне так кажется. Давай, добавляй. Застыло почему-то. О, пошла. И давайте опять же уже убираем. Она добавила достаточно много стекла. И все это стекло мы можем поубирать. Так. Вот оно закончилось. И мы можем сделать себе что-нибудь, какой-то такой. Вот раскопаем маленький домик вот такой. Хотя я бы не сказала. Ну, маленькую такую дырочку. Раз, два, та-та. А, и еще вот так, и вот так. Вот, я раскопал. И в этой дырочке у нас так получится, что здесь не будет видно домик наш. Вот. Будет видно просто. Ну, хотя на самом деле его видно, но плохо. Вряд ли кто-нибудь его увидит и просто нам что-то пройдет. А, тут ничего у вас нету, нету. Если вы закроете вот это стекло, то вряд ли кто-то и увидит все. Ну, так вы будете знать свой вход в домик. И вы тут можете радоваться и смотреть все остальное. Факел висит в воздухе, например. Ну, хотя на самом деле он не в воздухе. А он на стекле, но мы его можем убрать, и его не будет видно. Это тут мы тоже уберем. Итак, ребят. Крафтится эта бактерия вот так вот. Тоже с банчев бактерий, опять же, и с углем. Уголь вы тоже знаете, как крафтится. Дальше у нас идет... Давайте, наверное, уберем эти бактерии. Так, это оставим. А, бактериум джаммер, я вам покажу, как работает. Хотя, на самом деле, смотрите, это зелье работает так. Мы его кидаем, и у нас появляется именно вот эта вот бактерия. И вот этот вот джаммер, по идее, должен ее убрать. Да, он убирает нам бактерии, он напишет, сколько их было.
Ого, их распространилось. 1000 упактей. Так что вот этот блок можно не крафтить, потому что джаммер крафтится проще, без камня. И мне кажется, он удобнее. Например, много, очень много вот этого всего. Нам надо все убрать легко. Давайте она расползется. Хотя для мода надо сильнее, кстати, компьютер, чтобы много, если уберется, то будет сложно. И, кстати, наши сундуки. В общем, у нас убралось. На этот раз меньше бактерий тут, по идее, должно было быть. А, оно еще сюда прошло. Тут, по идее, было меньше бактерий, чем здесь. Там нам тут написали 1000 бактерий было. А тут, по идее, должно было быть еще больше бактерий, но на самом деле нет. Странно немножко. Ладно. А, я же вам не показал. Как я мог забыть, блин? Так. Вот. Она также по-читерски может добавить алмазные блоки. Красная бактерия. Достаточно очень читерски, но... Ребята, это же мод, и, возможно, на вашу версию он даже может не подойти, так что... немножко бактерий убралось. И у нас получилось такое место, алмазное место. Ну и под землей тоже немножко алмазных блоков. Вот, шикарно. Тут тоже можно сделать себе горный домик какой-нибудь. Сверху его совершенно не будет видно, если вы не закроете его. Так. С этим разобрались. А теперь давайте мы посмотрим, как же все-таки крафтится этот муст. Хотя, что я вам хочу сказать, ребят, он не крафтится. В общем, сейчас вы все поймете. Точнее, bunch of bacteria, не муст. В общем, при помощи муста, как вы, наверное, уже догадались, мы получим эти bunch of bacteria. Муст крафтится из двух хлеба, одной губки и ведро воды. Мы получаем муст. Вот он у нас лежит. Кстати, ребят, губка. В этом моде мы теперь сможем крафтить губку. Вот так вот она у нас крафтится. 3 одуванчика, вот 5 черная шерсть, это белая шерсть, они перепутали, и ведро воды. Мод еще и добавляет крафт губки, так что это достаточно прикольно. В общем, теперь, ребят, давайте проверим. Чтобы у нас из него превратился bunch of bacteria, мы должны его запихнуть под воду, и чтобы он не прикасался с блоками. Ой-ой-ой, что-то я не то наделал. Ставим. Нет, что я наделал, господи? Я убрал муст. Да ладно, давайте мы его опять возьмем. Что у меня сегодня что-то не то. О, господи, а я думал, его выкинул. В общем, вот он. Он должен долго, тут надо долго ждать, и он превратится. Что ж, подождем. А, ребят, на самом деле я не собираюсь ждать, но можно понять, что он уже превратился. Он превратится, когда у него посинее такая, ну, немножко позеленеет еще сильнее, вот этот станет мокрой, и его бока. И он превратится, из него выпадет это bunch of bacteria. Вот она. Ну, и просто обкладываем все это. Ну, достаточно прикольный, но я могу сказать, ну, действительно читерский, но Бодрук точно не может убирать, добавлять, оказывается, может, но убирать-то точно не может, это я хорошо знаю. Локи-блок, может быть, его как раз откроем пока, хотя кому надо этот локи-блок? Раз. О, я же говорил, кому он надо. Мне он точно не надо. Ладно. Ой, где еще появился? Ой, блин. Давайте. Нет, на наше место смерти мы не телепортнемся. А, наверное, просто... Ну, мы там умерли, значит, нам туда. Итак, я уже и тут. Я уже тут. Но я не думаю, что этого время хватило для bunch of bacteria, но для этого муста. Ну, давайте все равно проверим, вдруг это так. Это будет немножко странно.
Нет, по-моему, она все еще не превратилась. Ее лучше добывать лопаткой, но все равно давать рукой добудем. Нет, она не превратилась, ждать надо будет долго. Если вы ее сломали не вовремя, то надо будет все это сначала ждать. Ну, я думаю, на этом можно и закончить обзор. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. И всем пока, и всем желаю счастья, чтобы у вас не вылетало Майнкрафт из-за всех этих модов, потому что у меня был неудачный дубль, и у меня там вылетел Майнкрафт, и была, в общем, всякая какашка. Ладно, все, всем пока.